Музыка Алексея Романова. Стихи Михаила Гуцериева. «Лунный гость». На сцене балет «Freedom» и Филипп Киркоров. Я не живу я в мире слез, от всех далек и одинок. Мои слова сплошной курьез, я вижу мир наискосок. Не людям верят, а в людей в дорогу прошлое зовет. Мы очевидцы счастья многих идей. Любовь незримо нас ведет. Я гость, я просто лунный дождь. Не бей разбитое стекло. Оставь на память 10 роз и 10 строчек про любовь. Не людям верят, а в людей. Не бей разбитое стекло. Стучусь я в дом, где нет дверей. Я гость, я просто. Мне нужен воздух позарез, с луной за полночь диалог. Я к совести в долги залез, ох, залез, и для крючка ищу предлог. Что могут слезы? Ничего. Простить, жалеть и вспоминать. Бог не может одного, одного простить, надеяться и ждать. Я гость, я просто лунный дождь. Не бей разбитое стекло. Оставь на память 10 роз и 10 строчек. Дорогие телезрители, мне сегодня очень приятная и почетная миссия представить вам моих дорогих авторов, которые написали мне потрясающую песню в этом году «Лунный гость». Это автор музыки Алексей Романов и автор этих замечательных слов – это Михаил Свербекович Гуцериев. Спасибо вам, дорогие мои авторы, за эту чудесную песню, с которой я вхожу в новое десятилетие, которое украсило мой репертуар, мою программу и стало одной из самых любимых не только у меня, но и у моих поклонников, и у всех тех, кто любит и смотрит нашу песню года. Спасибо, спасибо, Филипп Бедросович. Без вас бы эта песня не случилась. Ваш талант и ваша многогранность. Еще раз вы доказали, что вы самый лучший. Я поздравляю вас с Новым годом. И вам очень благодарен. Спасибо за все. С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем!
Я гость, я просто лунный гость.